стройки стоят, ничего не строится. Стройка идет, все хорошо. Какие могут быть сомнения, я честно не понимаю. Специально приехал вот в эту жару 40 градусов. Это лучшее время и лучшее место. Будет скоро метро. Можно очень выгодно зайти. Столько строя, сколько Мерсини, сейчас нет нигде. Скоро откроется международный аэропорт. Это мое мнение, конечно, субъективное. Я не паникую. Я говорю искренне. Это я мёрм, вегетариан. Хватит раздумывать, давайте уже решайтесь. Это вот то, что мы вам сегодня показали, это только маленькая часть. Такой немножко пост у меня сегодня. Крик души. Друзья, всем привет, с вами Алекс, реальная компания Лекем Япы. Со мной сегодня будет сниматься Платон. Особо на него внимания не обращайте, он смотрит на машину, как едет. Его просто не с кем было оставить. Он уже снимался до этого в наших роликах, ссылка будет здесь. Мы делали обзор как раз в этой локации. Цель этого ролика показать, рассказать о том, что многие люди сейчас переживают по поводу строек. Я хочу сказать то, что нет повода сейчас для волнения, что стройки строятся. Вот задача этого ролика показать, активно строится Лекем Вегас, на котором мы сейчас находимся. Про него более подробно расскажу. Цены здесь стартуют от 55 тысяч. Есть акция дополнительная сейчас от застройщика. Можно заплатить первый взнос 16 500, потом в течение 2 лет платить всего лишь по 950 евро и через 2 года заплатить еще 16 500. То есть можно так, можно по-другому, но вот это самые такие сейчас лояльные, хорошие условия. Проект супер, локация супер. Сейчас более подробно расскажу, вместе походим, посмотрим. Активно строится вот сразу же здесь Лекем Рио. Много людей, работает техника. И наш маршал также достраивается, уже тоже покажу его вкратце в этом ролике. Поэтому давайте смотреть. Друзья, мы сейчас уже находимся с вами в блоке А, уже возводится 3-й этаж, за моей спиной другие блоки, мы сейчас тоже туда пройдемся. Просто показать, какая сейчас атмосфера, ситуация, работают люди, техника кипит. Просто вот всем тем людям, которые пишут о том, что стройки стоят, ничего не строится. Ребят, посмотрите сами, чтобы не быть голословным, сами все посмотрите, сами все увидите. Также вот отсюда хорошо открывается наш новый проект Лекем Рио. Посмотрите, стоит башенный кран. Сейчас обеденный перерыв, 12 часов. Людей немного, но даже сейчас вот есть люди там, которые работают, их видно. Вон наверху люди видно работают. То есть масса техники, масса людей. Поэтому смотрите сами, судите сами. Шикарный проект от 55 тысяч. Рассрочка 2 года. Друзья, не упускайте возможность. Друзья, мы уже возле блока Б, уже залит полностью зимин-кат, именно бодрум-кат, да, как так называемое подвальное помещение, уже вот опалубка делается для зимин-ката. Давайте без лишних слов, просто показываю, ходим, смотрим, какой прогресс постройки именно Лекем Вегас. Опа! Пойдем! Сейчас с вами добрались до блока С, вы видите, уже залита опалубка полностью, уже пол заминката готовый, и уже будет строиться заминкат здесь сверху. Вы видите, уже арматура, все подготовлено, то есть вот таким образом сейчас выглядит блок С. С этого места также открывается вид на наш комплекс Маршал, посмотрите, он уже практически готов, осталось его покрасить, сделать внутренние работы и будет готов. Это также наш проект, в нем также остались свободные еще доступные квартиры, пожалуйста, кому интересно, быстро заехать. Море 500 метров, отсюда даже видно Средиземное море. Отдельно покажем, с дрона будет все красиво видно. Поэтому, друзья, хватит раздумывать, давайте уже решайтесь. Мы подошли сейчас к блоку D. Сейчас будет здесь ссылка, я делал отдельный обзор по поводу блока D, какие здесь самые лучшие квартиры еще есть. Вот на тот вид смотрят, в ту сторону. Друзья, море 500 метров Средиземное, от 55 тысяч, стройка идет, все хорошо. Какие могут быть сомнения, я честно не понимаю. Я работаю здесь уже
больше 2 лет. За это время не было никаких проблем у меня практически никогда, ни с кем, ни с какими клиентами. Все сдается, топы выдаются, постпродажное обслуживание происходит. Поэтому, друзья, такой немножко пост у меня сегодня, крик души, скажем, да, просто много людей пишут всякого разного. Конечно же, я не буду акцентировать, уточнять, но специально приехал вот в эту жару 40-градусную, чтобы снять и показать, как на самом деле все обстоит. Друзья, еще раз, посмотрите, за моей спиной Рио уже практически готов весь он. Мы находимся на Вегасе, вот уже облок, 3-й этаж и так далее, то, что я вам показывал. Покажи, Маршал уже готов вообще полностью, практически осталось немножко. Это все наши проекты, компания надежная, все строится, все хорошо. Поэтому, у кого какие-то были сомнения, отбрасывайте, связывайтесь со мной напрямую по этому номеру. Давайте общаться, давайте договариваться, давайте инвестировать, давайте зарабатывать вместе. Друзья, еще хотелось бы сказать пару слов по поводу инвестиций. Сейчас в Мерсине скоро откроется международный аэропорт. Он будет 2-й по величине в Турции. Это 100% повлияет на стоимость и на капитализацию той недвижимости, которая сейчас здесь есть. Пользуйтесь правилом персоналов, профессиональных инвесторов, которые говорят всегда о том, что покупайте, когда все продают. Сейчас самый низ рынка. Можно очень выгодно зайти, купить классную недвижимость, хоть в готовом проекте, хоть в строящихся проектах. Не упустите свою возможность. Я говорю искренне, у меня у самого есть несколько здесь проектов, которые я приобрел. Я не паникую, я не пытаюсь их продать сейчас быстро, я жду. Рынок цикличный. Мерсин имеет, поверьте, очень большой и серьезный потенциал. Он очень сейчас недооценен. Это жемчужина Турции. Столько строя, сколько в Мерсине, сейчас нет нигде. Облагораживается с космической скоростью набережная, инфраструктура, все, что есть в Мерсине, очень быстро развивается. Будет скоро метро. Поэтому, друзья, кто еще думает, и кто сомневался, и кто еще присматривается, к какому району лучше инвестировать, обратите самое пристальное внимание на Мерсин и, в частности, нашу строительную компанию, потому что мы работаем на рынке уже более 10 лет, построено более 30 проектов, сейчас реализуется более 30 проектов одновременно. Это вот то, что мы вам сегодня показали, это только маленькая часть. Все проекты строятся, все проекты реализуются. Да, есть небольшие задержки ввиду различных причин, экономический фактор, было землетрясение и так далее, все вы это знаете. Но поверьте, кто сейчас зайдет, именно инвестирует в недвижимость в Турции, конкретно в Мерсине, то точно не прогадает и не пожалеет. Это мое мнение, конечно, субъективное. Но я руководствуюсь объективными факторами, фактами, которые здесь я вижу и слышу каждый день. Я здесь уже больше 3 лет, поэтому немножко ориентируюсь и понимаю, что здесь как устроено. Поэтому, друзья, призываю вас не медлить и немедленно принимать решение, если у вас есть такой потенциал для того, чтобы реализовать ваши надежды, цели, мечты, желания. Это лучшее время и лучшее место. Именно здесь и сейчас. Все, с вами был Алекс, строительная компания «Кемия Пы». До новых встреч. Вот они. Пока-пока.